Наше утро начинается, как всегда, с прогулки. Сегодня у нас дождик был. Вот, после дождя оно тепло. На улице, в принципе, день должен разойтись. Ищет траву рогатник погрызть. Да, Вовка? С детства любит рогатник. Ну, как бы это мы называем рогатник. Не знаю, что это такое. За дерево какое-то. Побеги. Молодые. Вот она их ест. Пошли домой, красотка. Хватит гулять, лапу уже может намокнуть. Пойдем. Глухопень. Ребята, доброе утро. Мы пришли с улицы. Сейчас будем делать завтрак. Хочу сделать омлет, но добавить в него консервированную кукурузу. Ни разу не добавляла, сейчас хочу попробовать. Так, я взяла 2 яйца. Мне хватит одной позавтракать. Конечно, не знаю, что получится с кукурузкой-то. Но всегда надо что-то экспериментировать. У меня просто кукуруза была открытая, думаю. Куда ее? Куда? Ну, наверное, думаю, сейчас я ее в омлет добавлю. Кошки дерутся за окнами. Окна открыты. Ну ничего, сегодня погодка, я думаю, что разойдется у нас. Может быть, сегодня дождя не будет. Укроп хочу добавить. И вот кукуруза. Думаю, что достаточно. А почему бы нет? Я вообще кукурузу люблю. Я думаю, что она здесь будет вкусная. Ну, красивенько получается. Кукуруза, укропчик. Я сверху накрыла еще вот так крышкой. Думаю, так лучше приготовиться. Побыстрее. И еще, ребят, салатика сделаю. Здесь у меня огурчик. Я вот приготовила капусту с редиской. Такой весенний легкий салат. Помидорка у меня закончилась. Не хочу выходить пока в магазин. Уж пойду вот. Ой, когда мне... Ну, вот скоро мне на ресницы. Я уж выйду. Пойду по магазину. Куплю помидоры. Огурцы у меня еще пока есть. Редиску мне вот Катя дала, мама дала. У них редиска своя. Все, сейчас еще капустки порежу. Что-то авокадо не хочу я. У меня авокадо есть. Я вчера с авокадо салат делала. Сегодня прям что-то мне его не хочется. Господи, вот доска крутится. Не положу под нее салфетку. Вся как, не знаю, что выворачивается. Все, сейчас позавтракаю
И что у меня там по списку дальше? Посмотрим, чем заняться. Кажется, я много нарезала. Ладно, ешь, Наташа, салат. Полезно. Сейчас еще чайку заварим с мятой. И заправляю вот растительным душистым маслом. Ну и укропы обязательно. Ну все, салат готов. Угу, я уж посолить забыла. Можно перчика добавить, но я не буду, острого не хочу. Там редиска мне будет достаточно. Вообще масло люблю душистое, очень вкусное. Мы масло покупаем домашнее. У нас там, ну, как бы, где корма продают для скотины. Вот там у нас масло тоже продают, они сами его качают. А это я просто в бутылку перелила. Не я, вернее, Андрей перелил в такую бутылку из-под масла. Вот, а так покупаем 2 литра, нам надолго хватает. Но салаты очень вкусные, я прям люблю с душистым. Ну это что, вот обычное масло покупаешь, ну безвкусное. Ну что за салат с таким маслом, я вообще не понимаю, конечно. Мы с детства привыкли. Раньше, помню, бегаем на улице, забежишь, ржаной хлеб, корку, посолишь, сверху маслом душистым польешь. Вкуснятина? Ну так, в детстве любили мы. Сейчас еще хочу чай заварить. Не знаю, какой-то сюда высыпали, я уже забыла, что за чаю, с какими-то здесь лепесточками, добавками какими-то. О, здесь прям... А, это, наверное, вон это, апельсинчик, что ли. Ну, в общем, вот так. Я все равно хочу сюда еще мяты добавить. Ой, а вкусно пахнет чаек. Ну, еще добавим мяты. Мяту сорвала, помыла. С мятой люблю чай. Так что сейчас буду завтракать. Время сколько? 10:55. У меня только завтрак. А ты что не кушаешь, красавица? Я ей тоже завтрак приготовила. Супчик. Она не хочет супчик, да, Лук? Вот она стоит. Чего стоишь? Ну-ка иди кушай быстрее. Да ты моя. Мама сейчас будет кушать, и ты давай кушай. Иди кушай давай, деловая колбаса. Чего ты ждешь? Тебе ничего нельзя пока такого вкусненького. Вот, потягушки. Наверное, легчает, уже на лапку наступает, уже более-менее. Да? Да. Душистый какой чай. Еще мята дает такой запах, вкус. Ой, вкуснятина. Ну все, ребят, я сажусь завтракать. Кто со мной? Всем приятного аппетита. Села завтракать. Смотрю, опять дождь пошел. Представляете? Думала, ну все, сегодня погода немножко наладится. В зале окно не могу помыть после ремонта никак. Дожди. Нет, опять дождь. Ух ты, прям ливень ливанул. Это да. Тоже
погода нелетная, чем-то надо будет другим заняться. Окно откладывается на сегодня у нас. Ну, посмотрим в течение дня, как будет. Хотя вчера передавали, что всю ночь у нас должен быть ливень такой, гроза. Ну, что-то такого сильного не было. Он, наверное, к утру только пришел. Ну что, ребят, погода меняется. В день по несколько раз. Вроде бы солнце, тучи спрятались. Я решила помыть все-таки окно. Не могу смотреть на окно после ремонта, ужасное окно. Поэтому я, наверное, все-таки помою. Пусть идет дождь, не идет. Ну, плевать, все равно помою, чтобы более-менее оно чистое было. Тошно смотреть на эту всю пыль, грязь и отсюда, и оттуда. Вы представляете, если я еще не мыла его ни разу. Ну что, ребята, немного мотивации на мойку окна. Я начинаю с того, что снимаю с подоконника все цветы, москитную сетку, отношу ее в ванну, сразу там мою, и она у меня стоит, обсыхает. И начинаю снаружи мыть окна. Мою я обычной водой, без всяких моющих средств. Очень хорошо отмываются и без всего. Мою, пока нет дождя. Немного было просветления. И решила быстрее помыть. Ставлю на место москитную сетку и начинаю мыть окна изнутри. Только успела помыть снаружи окна, и пошел дождь. Потемнело все, я пошла, зажгла свет, чтобы мне лучше было все видно. Отсюда окна у нас очень пыльные, так как был ремонт, и было немножко, где шпаклевка, где побелка. Я вот сейчас мою окна, и потом... А затем вокруг панели все. Ну, все отмывается очень легко, хорошо.